столице новое здание Басманного суда украсят витражами. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас расскажу подробности. РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает, что Москомархитектура согласовала проект нового здания Басманного суда. Новая постройка общей площадью более 8000 квадратных метров будет состоять из 8 этажей. Ее соединят переходом со старым корпусом. Нынешнее здание суда будет реконструировано, отметили в пресс-службе. В Москомархитектуре добавили, что внутри новое здание будет разделено на три функциональные зоны – общественную, служебную и зоны конвоя. А фасады украсят витражными элементами с металлическими ламелями. Также на территории, прилегающей к суду, появится зона отдыха. На этом у меня все. Следите за новостями столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!